Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Наталья Жилнова, и мой доклад называется «Оценка аутсорсинговых проектов». Собственно, почему аутсорсинговых, в чем специфика? Я буду фокусироваться на аутсорсинге разработки программного обеспечения, но, в принципе, не буду жестко ограничиваться ей. В чем специфика аутсорсинга? В том, что мы должны практически всегда иметь возможность точно оценивать стоимость проекта и его продолжительность до его начала. Потому что большинство аутсорсинговых проектов, а по крайней мере по разработке программного обеспечения, если ваши заказчики — это крупные государственные структуры, они заключают контракты на условиях фиксированный бюджет и фиксированное время. Ваши оценки проектов должны быть реалистичными, и это, соответственно, главная цель моего доклада, как сделать оценку проекта более реалистичной. Поехали. Ну, во-первых, зачем, когда и как мы оцениваем проект? Первая цель наших оценок — это пресейл проекта, формирование предложения для клиентов. Дальше мы оцениваем маржу проекта, да, стоимость для заказчика и себестоимость нашу. Мы оцениваем проект, и цифры оценки используются у нас для принятия решения о том, начинаем ли мы проект или не начинаем. И кроме того, если наш проект, соответственно, он уже превысил всю стоимость, да, там, и зашел в тупик, мы можем его прекратить. Соответственно, завершать его или не завершать, мы тоже можем принять это решение на основании оценок. И самая главная цель — это начало планирования. Перед началом планирования мы всегда делаем оценки. Зачем? Ну, во-первых, да, принятие управленческих решений, формирование бюджета, планирование и оперативное управление проектом и контроль за ходом проекта. Это все связанные с оценкой вещи. Собственно, оценки и контроль проекта, они тесно связаны между собой. Оценки дают входные данные для контроля проекта, и на основе этих оценок мы принимаем какие-то решения и даем какие-то обязательства по объемам работ, срокам и качеству. Собственно, вот то, что мы, те решения, которые мы можем принимать на основе сделанных каких-то оценок. Это на основе приоритизации удаления какой-то некритичной функциональности, соответственно, переопределения требований, например, изменения приоритетов и, соответственно, ротация персонала. Это тоже вещи, которые на основе оценок и текущего состояния дел в проекте, они, соответственно, у нас с вами идут. Цель. Давайте посмотрим на то, какова итоговая цель планирования. Вот у нас была оценка предварительная. Да? Проект займет 20 человек и месяцев. В итоге проект действительно занял 20 человек и месяцев, но в ходе проекта, соответственно, у нас с вами были очень много разных входящих условий. У нас с вами возникали проблемы. Значит, команда была не готова к началу работ, люди на техподдержку не были выделены. Были добавлены новые требования, да? Команда не имела нужной технической экспертизы. Все вот это вот все, да, там случалось в ходе проекта. Но тем не менее, в итоге мы уложились в эту цифру. Так вот, самая главная цель оценки — это не угадать, сколько в итоге получится. Это, несмотря на все вот эти вот препятствия, привести, ну, не в жестко определенный срок, но хотя бы в срок близкий к той оценке, которую мы вначале в самом, да, сделали, соответственно, наш проект. То есть уложиться в какой-то намеченный план и, соответственно, не сорвать этот проект, достичь цели.
Еще раз, да? Значит, наша цель не угадать. Наша цель – привести проект к успеху в заданные сроки. Значит, вот еще раз. Мы используем оценки для того, чтобы, во-первых, определить, насколько реалистичны цели проекта. Определить, сможем ли достичь поставленных целей, сможем ли мы, да, контролировать ход проекта для достижения этих целей. Например, при планировании, да, вот у нас все участники проекта давали свои оценки, но мы выяснили, что те параметры, которые мы оценивали, да, не дадут нам, собственно, точной оценки. Ну, измеряем, грубо говоря, там рябь на волнах, не видим общей картины. И вот, соответственно, этой цели, да, при планировании мы не достигаем. И определить, как мы будем контролировать этот ход проекта. Собственно, вот это цели нашей оценки. Хорошая оценка помогает нам принимать решения и достигать целей проекта. Это вот, собственно, главный критерий качества оценивания. Цена хорошей оценки, недооценка и переоценка. Что лучше, недооценить или переоценить? Во-первых, хорошая оценка, она требует определенных затрат. Когда мы пересматриваем цели, мы увеличиваем тем самым продолжительность и стоимость проекта. Когда мы говорим о том, что мы будем регулярно выполнять процедуры проектного контроля, мы тем самым, соответственно, да, увеличиваем стоимость итоговую проекта. И, соответственно, вот вопрос, что лучше, недооценить или переоценить? Ну, против завышенной оценки, да, вам все скажет ваше руководство. Чем плоха завышенная оценка? Когда мы, например, соответственно, то, что можно было бы сделать за 20 недель, например, на него отводим 25. А аргументы против заниженной оценки, самый главный аргумент, у вас на перепланирование тратится столько времени, что ваш проект фактически выходит из зоны управляемости. У вас планы становятся неактуальными всегда. Вы не можете точно сказать, да, там, соответственно, ваш план, он устаревает раньше, чем он родился. Ну и есть очень хороший график, соответственно. Это то, как растут затраты при завышении оценок, они растут линейно. А это то, как растут затраты при занижении оценок. Здесь зависимость нелинейная, тогда как здесь, соответственно, есть линейная зависимость. Видите, да? Казалось бы, настолько же процентов, да, там, занизили оценку и завысили оценку. В чем разница? А разница вот в этой цифре, в этой разнице. Почему? Это увеличение затрат? Да, это увеличение затрат в проекте. Если была завышенная оценка, будут увеличиваться затраты? Ну, как почему? Потому что, соответственно, вы отводите на то, что могло бы быть сделано там в 20 недель, да, вот эту вот себестоимость, вы расходуетесь на персонал, да, там, соответственно, на службу поддержки, на все остальные затраты в течение там 25 недель. То есть это именно идет перерасход наших внутренних ресурсов? Да, 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 но он линейный, а в случае заниженной оценки перерасход наших внутренних ресурсов, он не линейный. Да, да, естественно. У вас проект был оценен там, грубо говоря, в 1 миллион рублей, ну вот, собственно, его себестоимость реальная. 1 миллион рублей при оценках вы даете цифру 1,5 миллиона, это завышенная оценка. Значит, соответственно, на вас давят, и вы даете оценку 500 тысяч, это заниженная оценка. И точно то же самое не только с бюджетом, но и со сроками. Значит, у вас было 20 недель, завышение — это 25, занижение — это 15. То есть я, допустим, дала завышенную оценку 1,5 миллиона. Да. И я в итоге в нее все равно не вписалась?
Нет, это общий перерасход при постоянном завышении там, на сколько-то процентов вашей оценки. Ну, буквально, значит, если вы на 10% увеличиваете, давайте потом, соответственно, к этому графику вернемся, да? Правильно я понимаю, что вы рассчитываете, что если мы завышаем оценку, то мы работаем как бы и вот эту дельту между реальной да. и завышенной да, оценкой. Да, как да. По факту же не так происходит. По факту, на самом деле, если вы будете мерить фактические расходы, то они у вас будут еще больше завышенной оценки. Разница между, соответственно, вот реальной себестоимостью да, и то, сколько вы перерасходуете, соответственно, при заниженной оценке, к сожалению, она больше. Откуда берется ошибка оценки? Это, собственно говоря, и погрешности самой оценки, и неточная информация, соответственно, и неопределенность в функциональных требованиях. Сама по себе неопределенность никогда не снижается, мы должны ее уменьшать. Что ведет к сильному увеличению неопределенности в проекте? Это хаотический процесс разработки со всеми его атрибутами и главным атрибутом нечетком определении требований. Соответственно, что нужно делать в этом случае? Искать наиболее дестабилизирующий фактор, который у вас привносит большую разность между фактическим сроком, например, и стоимостью выполнения работ, и той, которая была запланирована. Его устраняем дальше, соответственно, бежим дальше. Изменение требований, соответственно. Что я делаю в этом случае? Значит, метрика такая. Между двумя итерациями число изменений требований, да, в процентах от общего числа требований. И я лично при очень высоких параметрах изменения требований просто-напросто выделяю ту функциональность, которую надо стабилизировать. Иначе вы просто-напросто получите экспоненциальный рост затрат на реализацию этих требований. Что делать, соответственно? Ну вот, внимательнее контролировать ход проекта. Я уже сказала, что я лично просто-напросто замедляю ход проекта и часть функциональности на дополнительную аналитику отправляю. Одна из самых частых причин неточной оценки — это забытые задачи. Значит, у вас до 30% всех задач в проекте могут быть пропущены разработчиками. И вот что нужно делать в этих случаях. Во-первых, составлять список тех требований, которые вы, как правило, пропускаете в проектах. Как правило, нефункциональные все требования, они относятся к этой категории. И, соответственно, из проекта в проект проверять, все ли требования вы хорошо определили. Значит, дальше есть какие-то списки, да, тех задач, которые относятся к разработке программного обеспечения. Ну вот пример, да, этого списка. И тех задач, которые не относятся к разработке программного обеспечения. Считаем средние трудозатраты. Из проекта в проект ведем этот список, соответственно, и считаем средние трудозатраты на пропущенные задачи для того, чтобы потом статистику использовать, соответственно, в следующих проектах. Да, и проверочные листы составляем по пропущенным задачам. Ну и кроме того, учитываем такие вещи, как отпуска, больничные, обучение и так далее, если проект более длительный. Ну вот смотрите, более чем в два раза субъективная оценка может отличаться от среднего, да? Соответственно, разброс очень большой, если мы полагаемся только на субъективную оценку непосредственно людей. И, соответственно, другие источники ошибок. Это незнакомая предметная область, технология, человеческий фактор,
ошибки планирования и давление на команду. Значит, что влияет у нас на оценку проекта? Значит, самые главные факторы, влияющие на оценку, это размер проекта, вид программного обеспечения, к которому относится разрабатываемое программное обеспечение, человеческий фактор, технологии. Значит, вид — это, соответственно, ну, например, корпоративные системы, системы там, поддержки принятия решений, телекомовские системы и так далее. Значит, как ни странно, вот идеальная картинка, да, там, соответственно, размер проекта, а это человека-месяцы. На самом деле, с ростом, да, объема проекта, у нас разница между вот этим вот самым худшим вариантом и нашей идеальной зависимостью, она увеличивается, видите, да? Поэтому размер проекта больше всего, соответственно, влияет на оценку. Человеческий фактор. Аналитики приносят больше всего неопределенности и разброса, дальше программисты и, соответственно, в средний идет опыт в предметной области и технические навыки. Я использовала в своем планировании проектов методику Какома вторую. Значит, есть фактор какой-то, который привносит, да, у нас неопределенность в планирование. И, соответственно, вот шкала очень низко влияет. Значит, этот фактор у нас проявляется в проекте чрезвычайно низко, нормально, и там очень высоко или просто вот сверхвысоко. И соответствующие поправочные коэффициенты на оценки, соответственно, вот эти оценки мы умножаем на соответствующие поправочные коэффициенты. Не все эти факторы из проекта в проект применимы, но тем не менее вот этот фактор у меня были очень из проекта в проект использовались. Ну вот, соответственно, все эти факторы, соответственно, и их степень влияния на проект. И итоговые коэффициенты — это самый худший вариант, соответственно, то, что у вас, во сколько раз у вас увеличится время, которое потребуется на проект по сравнению с той средней оценкой, которую дает вам персонал. Соответственно, ну вот как мы оцениваем проект. Во-первых, мы выбираем тот метод оценки, который соответствует нашему размеру проекта, стадии проекта, соответственно, и на чем базируется наша оценка. Во-первых, оценки на аналогии, во-вторых, предположения и подсчеты, там, какие-то источники цифр. Всегда нужно опираться на какие-то достоверные источники цифр, например, на опыт похожих проектах ранее, для того, чтобы более-менее правильно оценить наш проект. Ну, это мы пропустим просто потому, что у нас времени нет. А задачка была такая — оценить, сколько человек работает в компании. Вот приходим в офис, надо оценить. Первая оценка строилась на просто общем подсчете рабочих мест, да? Вторая, соответственно, на числе тех, кто прошел через проходную, и третье — на данных бухгалтерии. Ну вот данные бухгалтерии дают наиболее точный результат. Какие параметры брать в основу оценки? Во-первых, те, которые позволяют оценить масштаб катастрофы, те, которые будут доступны на самых ранних стадиях и уточнены на более поздних, и те, которые будут давать вам достоверную информацию, соответственно. И те, которые еще дадут вам динамику самого процесса. Вот список этих параметров. Про бизнес-требования и фичи я скажу отдельно. На самых ранних этапах у вас уже известно, сколько в продукте будет ключевых возможностей. И бизнес-требования тоже определены. Но средняя продолжительность реализации одного бизнес-требования — это средняя температура по больнице, да? В общем-то. Одна
фича вот такая, другая маленькая. Как с этим жить? Я делаю так. Я смотрю, прошу архитектора, ну и сама, соответственно, совместно с ним, обсуждаю, во что это выливается. Если это изменение в каком-то уже готовом продукте, да, или выпуск новой версии системы, я прошу архитектора оценить сверху и снизу масштаб этой катастрофы. Если это, соответственно, реализация, опять же, какой-то новой функциональности, здесь мы увеличиваем время на оценку, соответственно, архитектурной составляющей нашей системы, и без его оценок я как раз не трогаюсь с места. Вот она дает возможность на самых ранних стадиях оценить время, которое нужно для реализации той или иной фичи, с точностью до 20% вполне. Это достаточно хорошая точность на ранних этапах. Ну и так далее, и тому подобное, значит, соответственно, по функциональным точкам, это когда они у вас уже ясны, то есть по, например, да, шагам ваших вариантов использования. Дальше запросы на изменения, сколько их и сколько примерно одно занимает. И все остальные артефакты, значит, затраты на конфигурационное управление в том числе, сценарии тестирования и... соответственно, далее и так далее, и так далее. Итак, значит, да, планирование и контроль – это основа хорошего, именно хороших оценок и использование измеряемых показателей для оценки планирования тех, которые могут быть определены на самых ранних стадиях. Вопросы? Да? Я обычно делаю так. Я смотрю статистику по больничным и закладываю само время отпусков, которое на это время... Да, в общую трудоемкость проекта. Просто, да, я просто показываю ему общую трудоемкость проекта, да. А если он уже шифровку попросит? Я подгоню цифры. Если он совершенно не хочет отплачивать отпуск. А если... Да? Я правильно понял, что у вас есть какая-то базовая оценка, которую вы берете, а потом коэффициенты? Да. Базовая оценка, я понимаю, что ее люди делают. Да, и мы с ними эту оценку согласовываем еще. То есть я ее не принимаю. Это исполнители, как правило. Да, но мы, собственно говоря, еще обсуждаем эти оценки. Ну, то есть... Есть такой вопрос. Как вы добиваетесь того, чтобы люди уже не включали вот эти ваши оценки в коэффициенты? Например, человек уже знает, что он быстро с этой системой умеет работать, он уже разбирается в этом. Ему надо будет не 8 часов, а 4. А у меня тогда поправочный коэффициент, если я знаю, что его производительность очень высокая, соответственно. Я просто... Ну, в общем, да. На маленьких, нет, естественно, я делегирую. Ну, то есть у меня, по крайней мере, реалистичность оценок и коэффициенты вот эти вот по каждому из них, например, это делает руководитель группы разработки вполне. Именно оценки или коэффициенты держат? Коэффициенты держат. Да? Когда заказчик вас попросил расшифровать вашу оценку, из каких пунктов она состоит и процентное соотношение каждого пункта? Вы знаете, с заказчиком мы работали по ТЗ. А там только фазы проекта, соответственно. Ну вот, основные этапы и стоимость. Ну, у нас, да. То есть вы не показываете отдельно тестирование? Нет, мы, естественно, показываем отдельно тестирование, отдельно разработку, отдельно что-то, но мы просто-напросто понимаем, какой процент от проекта у нас обычно уйдет на тестирование, какой на разработку. Берем общую продолжительность, да, там, соответственно, работ. Сколько мы, берем и оцениваем, опять же, да, вот есть оценка на тестирование, есть на разработку, есть там еще на что-то. Значит, соответственно, у нас бюджет проекта вот. Мы
пропорцию составляем, сколько на тестирование, сколько на разработку, а сколько там, например, на анализ, и, соответственно, этот бюджет делим там на вот эти вот пропорции. Среднее число есть какое-то у вас? Сколько у вас на тестирование, сколько на анализ? В разных проектах по-разному, и группируются, как правило, проекты по разным категориям. У нового проекта, например, затраты на тестирование будут несравненно больше, чем у поддержки старой системы, да, или выпуска новой версии. А? Сомнительно. Ну, сомнительно, но обычно... Изменения в старые, если они большие. Если они большие, да. Но если это выпуск новой версии, то, скорее всего, там какая-то точечная, то самое. Ну, по крайней мере, вот у нас так. В зависимости от объемов. От 30 до 50. Где-то так. Да. Значит, если вы хотите задать мне какие-то специфические вопросы, я вас жду в кулуарах.